Приветище, это Питер Паркерович, и мы продолжаем прохождение этой шикарнейшей паутинской игры. Значит, в прошлой серии нам не удалось спасти одного ученого, и теперь мы идем спасать другого, ну и в том числе, скорее всего, и МДжей. Потому что МДжей убежала вперед паровоза. Где же ты, МДжей? Черт. Как всегда, 15 минутами ранее. Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэнди ж где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Ну хорошо, что она хоть приманки не забыла. Так, как мы применим приманки Пита? Подойдем Та сюда. Дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Давай отвлечем. А, мне нужно вот сюда, да, кинуть? Именно сюда. Прочь дороги, дружок. Что это? Давай. Пошли. Надо уходить. И быстро. Опаньки. Мы здесь. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Так, отойди-ка оттуда вон туда. Что за... Ой-ой-ой, он меня может впалить, но я пробежал. Быстренько и неуловимо. Надо было что-нибудь черное одеть, а то в зеленой куртке еще так палевно. Что это? Похоже, пусто. Что это такое? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Идем дальше. Надо идти. Мы здесь перепрыгнем с тобой? Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Побежали. Прямо тут вот спрыгивай, как супергерой. Ты же у нас ничего не боишься? Вот, отлично. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или Опс, свет отключился. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Бежим. Пока никто не видит. Йоу, мы здесь. Как обстановка? Конвой будет готов. Ух, блин. Кто здесь? Вот это попадос. Вот это попадос. Кидай туда. Ну повернись вон на приманку. А? Кто здесь? Давай, отходи. Ух, пронесло. Это было близко. Очень близко. Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Давай за машины, вот так вот. Тихонечко, вперед, тихонечко. Вперед. Ништяк. Прям как надо. Все вовремя получилось. Сейчас кого-то опять отшугать будем. Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец. Блин, а с этим-то что делать? Вот зараза. Дай-ка я спрячусь сюда, за него. И приманку кину туда. А? Кто здесь? Здесь ничего. Продолжаю обход. Блин, главное, чтобы меня тот не впалил. А, чуть не впалил. Смотри-ка, он уже такое увидел, что я убегаю. Кажется важным. Давай сфоткаем. Убежище. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать в котором. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит... Опять? Да что не так с этим светом? Иди посмотри, что не так с ним. Двигайся. Веду обход. Ждите моего доклада. А, блин, тут двери закрыты. Опасно. Ну как-нибудь можно пролезть? О, вот тут можно, смотри-ка. Ну, давай. Ну, давай мы его вот сюда отвлекем. Внимание! Похоже, у нас гости. Я такой, хопа, и внутри. И в этой палатке меня сейчас прижучат.
Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли, как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О! Это не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди, пора идти. Он что-то знает. Похоже, МДЖ на меня очень зла теперь. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДЖ недовольна. Ну и ладно, зато у меня есть новые костюмчики. Я сейчас покажу их тебе. Значит, смотри. Есть два новых костюма. Вот такой вот. Вау, с браслетами. Страх и ужас. У нас есть ульта под названием «Учетверенный урон». Активация искусственных мышц на основе наноструктур, позволяющая наносить огромный урон. Ну, такое себе, ладно. Давай посмотрим вот этот костюмчик. Прям какой-то Splinter Cell. Называется костюм первоклассный, и у него есть искажающее поле. Создание искажающего поля, ухудшающее обзор врагам, не находящихся в состоянии тревоги. Но смысл покупать этот костюм я тоже не вижу. Да, ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это «прости, Чарли»? Это у тебя шутки такие? Что? МЖ? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДЖ, не делай это, МДЖ. Это слишком опасно, МДЖ. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы! Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклс где-то в Бауэри. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Да. Черт, я закипаю. Надо выпустить пар на патруле. Исследуйте гору, чтобы улучшить свое снаряжение и способности. Ну ладно, давай, например, из последнего, что мы открыли, это испытание. Давай пройдем какое-нибудь испытание. Питер, я готов начать новый тест. Ты где? Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. О, блин, только на испытание прибыл. Ладно, испытание, потом сразу кота. А, нам нужно обезвредить здесь бомбы. Они могут рвануть в любую секунду. Значит, ближайшая самая, это справа. И мы идем за ней. Вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну, давай наверх! Чунгачкук, блин, ты. Готово, дальше. Дальше прямо. Я хочу получить 3 звезды. Максимальную ачивку. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ну что это за фигня? Ну почему ты слетел с паутины? Это не круто. Очень. Но безвредно. Очень беспонтовое начало. Вот что я хочу сказать. О, как низко. Это очень низко. Давай, 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 давай. Прямо сюда. Е-е-е, как надо.
И чё? Финал был близко. Три ачивки не получилось заполучить, но две есть в кармашке. Жетон испытаний тоже у меня три штучки. Неплохо. Чё, теперь кота погнали? Ототошечка, я бегу к тебе. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Ну, показывай, что ты там придумал. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Блин, зачем я за тобой попёрся? А, он для головы нейросенсоры придумал. Давай глянем, что там у него. Прямой нейроинтерфейс V430. Текущее время отклика 5,7 миллисекунд, требуется 3 миллисекунды. Диагностика. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Ну, приступим. Значит, я здесь могу поставить, да, плюс 2, пускай здесь стоит, и его я, наверное, разверну. Вход у нас вот здесь. Значит, это нам тоже надо развернуть. Наверное, вот так. Или это вообще убрать? Слушай, убрать и прямой поставить. Как думаешь? Хотя нет, прямой смысла здесь его нет. Ладно, поехали. У нас здесь поворот. Здесь еще раз поворот. Вот. Теперь... А, погоди, плюс 2 у нас, да, сразу же? Ладно, пусть будет плюс 2. Ничего страшного. Теперь вставляем сюда. Снова поворот. И погнали по прямой. А у меня прямых всего 2. Ладно, сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Тут не подходит. Значит, подожди, если я вот так вот сделаю, тоже не пройдет. Угу. Убираем его. И ставим сюда. А у меня обычных-то нету. У меня обычные закончились. Тогда есть мыслишка. Отсюда убираем. Сюда ставим такой. Отсюда тоже убираем, ставим такой. Вот. И сюда обычный. Отлично. Дальше у нас прямой. И две загогулинки. Будут такие у нас? Будут. И вот мы их поставили. Но мощность нам нужна на 1 единицу меньше. Это говорит нам о том, что нужно поставить вот эту штуку. Во! Ну вот и все. У нас отклик 2,8 миллисекунд. Этого достаточно. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Круто. Особенно, когда пальцы у него вытягиваются, это вообще очень невероятно смотрится. Ничего себе. Офигеть. У меня прям мурашки побежали по телу от такого. Это почти что успех. Это почти что невероятно. Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством.
вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Окей. Придется это посмотреть все-таки. Не сюда. Нам сюда. Помню свое первое собеседование тут. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Ты сегодня придешь? Тетя Мэй пишет мне. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Ты что тут забыл? Да ладно, на Майлза наехали, вы чё? О, да ты боец! Твоя последняя ошибка, говнюк. Чё? И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. Нате вам люком по башке. Полежи. Нифига себе, их реально тут вагон. На одного Майлза налетели. Совсем сдурели. Вот так вот. Давай-ка полетаем. Красиво. Что ты хочешь сделать? Такой подошел. Ой! Не успел. Моя паучья чуйка что-то сдохла. Смотри, как могу. Да что ж меня избивает-то? Было бы прикольно, если бы Майлз сейчас подбежал. Тебе нужна помощь? Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи. Окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя же просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно. Я вечно дерусь с парнями сильнее меня. Но в этом случае... А, как в тот раз с носорогом на Бруклинском мосту? Это было здорово! Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. И когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. Ладно. Я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся.
Я врезал Человеку-пауку. Теперь я играю за Майлза. По всей видимости. До приюта несколько шагов. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти! Показал наше приложение для взлома. Вот черт, совсем забыл. Отстой, он бы точно купил его у тебя, и мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти, обещал все маме не опаздывать. А, давай, пока. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Так давай его взломаем. У вас же есть прибор для взлома. Вы видели его? Эй, да это проще простого. Системы Соболя удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Так, а меня что-то могут запалить. Для взлома. Действуй. Я до сих пор не понимаю, где сирена находится. Что это за зеркало такое? А, подожди, может, вон там что-то? Он туда показывает. Ага, вот, вижу теперь. Ну-ка. Ладно. Мне пора. Побежали? Черт, он в эту сторону смотрит. Отвернись! Блин, что я его обижу? О, молодец. Услышал как будто меня. Понял. Крысы, смотри, какие здоровые. Мутанты. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Полезли уже. Разболтать. Действуй. Стой, 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 не вставай, нас сейчас могут запалить. Дыши ровно. Ты его отвлечешь. Давай, давай. Да, с этим-то мы разобрались. Так вот, встать. Стой, 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 давай быстрее отвлекай. О, отлично. Теперь мне нужно что-то взломать здесь, по всей видимости. А, машину. Давай. Меня тут нет. Ага. Я невидимка. Какой ты невидимка? Тебя ну впалят все. За раз-два. Вырвался. Вот же ж... А нельзя было просто вокруг этого квартала обойти? А, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта, Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. А мне сюда вообще идти? Я что-то потерялся, мальца. Кажется, да. Лица демона у него. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Рик. Эй, Майлз, Пит. Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. Ха. Не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Правда? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! Вот чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе, я знаю, что делать, если они... Что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай! Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! В
продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок! У меня пусто. Остались жена Рио и сын Майлз, а также брат Аарон. Герой! Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни! Смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Да, да. Спасибо. Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тете помощь на кухне. Эй, Мэй, мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Ох, даруй мне силы. Блин. Конечно, какие-то осадки остаются, да, после того, когда ты вспоминаешь то, что у Майлза отца подорвали, и тут на него выливается такое говнище, и тут Питер подхватывает, ну, как бы помогает Майлзу. Ух! Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклз добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50 на 50. Ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это Бауэри, но где доктор Майкл? Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Ох ты, ё-моё. Это вот эту тачку они делали? Противник! Охраняйте груз! Увезите его! Мистер Негативчик. Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклз, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклза живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Спорим, пройду задание. Ох, ё-моё, закичу. Ой-ё, а чего вас так много-то? Подождите. Подождите. Так. О, отлично. Только со здоровьем как-то не очень. Че, наверху будем драться? Это сейбл. Здорово. Интернет.
International. Нам разрешено стрелять на поражение. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам, открыть огонь! Ого! Что это все вдруг стали пускать ракеты? Человек-паук, уходи отсюда! Ты мешаешь проведению операции! Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает! Блин, я же говорю, там опасно вещество, нет, они ракеты пуляют. Ужас. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машинах. Здорово. И пока. Чёрт! Так, воспользуемся своей суперспособностью. Цель потеряна. Ищите её. Фух. Он придёт. Он придёт и покарает всех грешников. Извиняюсь. Ли, отдай его. Ну, ё-моё, вот не надо мне еще того, чтобы меня раздавило этим грузовиком. Доложи обстановку, ты задержал ли? Работаю над этим! Зачем ты кричал? Этот паук довольно умен. Быстрее! На таран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Ох, елки. Я в мире негатива. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Куда-то улетучился-то. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску, стань одним из нас. Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне. О. Функция костюма готова. К чему? К битве? Ладно. Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна. У тебя много сил, а я могу дать тебе волю. Так, ребятки, в сторону. Вы достали меня. Удержи! Их дела валялись в канал, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город. Не вправду, блин. Я один, а миллиард людей. Как я всех спасу? Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне слоновой кости? Не может быть. На колени. Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо.
Те не дали мне клятву, а я даю им силу. Маска! Что? Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Я сломаю тебя и уничтожу твою личность! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Я найду... Нет! Ох, ёлки-ёлки, быстрей! По-моему, я черепухой в бетон въехал. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Боже, она стерва, а? Сама накосячила, упустила доктора, позволила захватить его. Ну что ж, на сегодня достаточно. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Да-да-да, алло-алло. Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай. Дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Вот так-то. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться, и тогда мы вновь увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи. Соболь, контроль. Доложите обстановку к северу от Хаустон. Демоны атакуют КПП «Браво». Нужна подмога.